Оксана Корниенко – талантливый художник из Чернигова. Друзья говорят, что она просто влюблена в кошек и котов. И эти четвероногие постоянно вдохновляют ее на создание самобытных работ. Работ, посвященных котам, очень хотелось просто подарить кусочек позитива вашему и так позитивному городу. Тем более, что Оксана страшная кошатница, она обожает котов, у нее в доме живет кот. И эта тема ее очень вдохновляет, и как у нее получается работы, по-моему, так не получается ни у кого. С мнением коллеги Оксаны согласны и в Одессе. Владелец сети кофеен «Смакавы» Олег Доринский уверен, ароматный кофе в компании очаровательных, смешных, игривых, самовлюбленных, ласковых и ленивых котов еще больше повышает настроение и любовь к жизни. Жизнь удалась, такой вот, так чтобы у всех такая жизнь была. Будешь главным здесь. Жизнь удалась. Жизнь удалась, да. Пусть он самый главный будет в этой веселой компании. Автор этой веселой компании котов Оксана Корниенко. Известна не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Работы художника есть в музеях и частных коллекциях Германии, Швейцарии, Канады, Франции, Турции и США. Основа такого успеха – ее мировоззрение. У Оксаны нет ни малейших сомнений в драгоценной уникальности каждого мгновения жизни. Это и позволяет ей наполнить каждую картину солнечной энергией, радостью и юмором, чего сегодня так необходимо людям, считает эксперт Анна Глазова. Я думаю, что работы Оксаны Корниенко достойны стен любого музея, но сегодня этот музей в этом милом кафе и кофе, или чай вместе с котами – это уют. И прежде всего, это образ кота, образ спокойствия, образ доброты, мягкости и, конечно, весны. Сама Оксана Корниенко в этот раз в Одессу приехать не смогла. Но ее кошачье семейство, такое разное и прекрасное, будет радовать гостей «Смака Кавы» не один день. Каждая кошка имеет свой характер. Каждая кошка это свободолюбивое и животное, которое не поддается практически дрессировке. Она делает то, что она хочет. Поэтому мы решили сделать вот здесь такую небольшую экспозицию, для того, чтобы люди, приходя сюда, просто отдыхали. И хочется, чтобы наступила скорее весна, хочется, чтобы наступили, конечно, теплые дни, чтобы у всех было прекрасное и хорошее настроение. А создать его помогут коты Оксаны Корниенко и напитки «Смака Кавы».